Марчеллино, как твои дела? Не беспокойся, бабушка. Дела мои процветают. Творческий кризис. Я победил на конкурсе рагу. Египтянин открывает ресторан римской кухни, и народ к нему валом валит. Да я его подожгу вместе с папирусами. Финансовый кризис. Он уже 3 месяца не платит алименты. Агентство забирает у вас машину. Все получают по заслугам. Семейный кризис. Между прочим, во время кризиса люди делают только 2 вещи. Едят и мрут. Открывайте похоронное бюро. Одни старики, всем за 80. Их от ветра шатает. Они одной ногой в могиле стоят. Для счастливого финала необходим глоток свежего воздуха. Ты там померла, что ли? Они не умирают, Сантила. Не пытайся просчитать успех. У судьбы свой бизнес-план. Для кремации нужна большая печь, а у меня только микроволновка. Если 3 стариков в этом городишке умрут, я смогу заплатить все мои долги. Увидимся завтра. Итальянская комедия.